Итак, могу поправить камеру. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Диджит. Да, и вы можете увидеть то, что там игрушки на полу валят. Ну, ко мне сегодня, короче, приходил Ди в гости. Видос мы снять забыли, вспомнили только совсем недавно. Ну, и для чего я сделал этот видос, это видео? Но для того, чтобы рассказать вам некоторые новости, большая часть из них плохие, да. Сейчас я посмотрю в свой список. И там больше, по большей части только плохие новости. Да. И что же я хочу вам рассказать? Сначала хорошие новости. Хорошая новость. То, что со мной все в порядке. Не бойтесь. Почему я так подумал, то, что вы будете бояться за то, что как бы давно нет видосов? Ну, как бы, я обычно могу выпускать видосы, ну, два видоса за 4 дня, к примеру. Ну, или как-то так. Но в связи с тем, то, что с моей камерой какая-то хрень, то есть, как бы, она половину видео снимала, половину не снимала. То есть я записывал обзор на пародию на FNAF 1. Это Бонни симулятор. Да. Так, короче, это долго рассказывать, но когда с моей камерой все будет в порядке, я новую камеру просто заведу, так сказать. И тогда уже будут видосы. Да, тогда уже будут дохренище видиков. Видиков, дохренище. И как-то так, но да. В основном только плохие новости. Так, кто так? Ну, лично я думаю, то, что это как бы для меня-то это отдых, но у меня все равно на душе черным-черно, потому что мне плохо думать, что мои зрители, что мои подписчики остались без видосов. И мне вот, ребятушки, вот что-то вообще ни хрена не нравится. Че на меня никто не подписывается, ребят? Вы если подписались на меня, подпишитесь на меня, скажите вашим друзьям, чтобы тоже на меня подписались, и будете вместе на меня подписываться. Вы будете писать какие-нибудь вопросики или просто комментарии там в чате или что-то такое, ну, где комментарии писать. Я вам буду отвечать в комментариях, и что такое, короче. Да, как-то так. Но, вы уж, ребят, извините, это не моя вина, то, что с камерой какая-то фигня происходит, но это реально не моя вина. Я ее не ронял, я с ней ничего не делал, я ее не избивал. Я не хотел ее сломать. Она просто сама по себе снимает только по половине видео. Как вы могли, кстати, видеть, вы это впервые увидели вроде в 4-й части прохождения Quake 4, там еще в конце все оборвалось, без пока, без всем пока, с вами был Диджит, подписывайтесь на канал, без всего этого, это все из-за камеры, но хотя бы концовка там хоть какая-то получилась, не пока, но зато никаких прерывистых слов там не было, да. Ну, как-то так, да, как-то так, и, ну, это, наверное, на этом все. Всем пока, с вами был Диджит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, пожалуйста, говорите своим друзьям, чтобы подписались на меня. Да, я буду очень рад. Ладно, всем пока, удачи. Да, удачи, увидимся тогда, когда с моей камерой будет все в порядке. И в следующем, разумеется, в видосе. Ну, и всем пока. А, и удачи.